И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Гусанёк, Кисьми, Угабуга, Плеймарк, Госдума, Саврикс, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Однако, всем здравствуйте. Всем здравствуйте, ОЛТВ. Сегодня крутецкая рубрика, когда мы будем друг друга скидывать не с крыши, а в говно. Я не знаю, как правильно, но это говняшки? Ну, отходы. Отход, ладно, будем друг друга скидывать в отходы. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и поднимать вам настроение. 3, 2, 1, погнали. А, ты вот так, да, решил? Хорошо. Очень опасно здесь ездить, потому что мало пространства, заборов нет, и все очень прикольно сделано. Но я машину взял заранее мощную. Кто первый упадет, тот, получается, просто упал в говно. Это уже наказание упасть в говно. Это круто будет. Так, у нас тут борьба жесткая идет. Я думаю, что пора уже первого скидывать. Главное, что не подъезжать до края, это очень опасно. Пацаны, ну что, давайте я вас всех троих сейчас зафигачу. Смотри. Двое ушло, ребята, отлично. Так, теперь ты. А, ну я тебе буду по крыше ездить. Я тебя зато задним ходом сброшу. Отлично. Так, а кто-то остался в живых? Да. Да, Кугабуга, я знаю, что ты во всех роликах пытаешься выиграть. Но сейчас будет решающий момент. Кто уже победит, ты или я? Напишите в комментариях, кто выиграет. Угабуга или я? Ну, конечно. Что-то Угабуга себе многое позволяет в этих недавних роликах. Ты понимаешь, что он вообще хорошо очень играет? Ну, смотри. Эх ты, блин, ну смотри, хорош. Вы знаете, что я хочу? Я же хочу его как бы поддеть так, чтобы посередине я был. Давай. Ну, ты во мне сомневаешься? Вот и все. Отлично, ребята. Первый раунд затащил. Ставьте машины. Я сейчас буду опять вас всех делать. Как же приятно выигрывать. Давно я не выигрывал. Ну, конечно, сам придумал рубрику и сам не выиграю. Это очень круто. Надеюсь, вы уже прямо сейчас улепили лайкосики, подписались. Все готовы? Ой-ой-ой, я вижу, там пацаны уже начинают фигней заниматься. Я тоже люблю это делать. 3, 2, 1. Погнали. Да не, я не упаду. Ты же понимаешь, я завет... Давай, подтолкни его. Да не надо. Нет, не говно. Отлично, пожалуйста, помогите. Не дай мне упасть, нет. Пожалуйста, не дайте мне упасть. Нет, пожалуйста, ну говно. Блин, ну я в говне не хочу быть. Блин, смотрите, как быстро раунды кончаются. Ну мне это нравится. А кто это выиграл у нас? Я. Соврикс, молодец, хорошо. Придется сейчас другую взять машину. Я возьму... О, вот эта машина, которая 100% даст мне победу. Я опущу ее обязательно. Перекрашу в желтый цвет, потому что это самый счастливый цвет на планете. 3, 2, 1. Раунд номер 3. Это самые быстрые раунды пока что в этой рубрике, которую мы записываем. Слышь, ОЛТВ, я понимаю, что ты очень классный мужик, но так не делается, понимаешь? Все, я тебе его сейчас скину. А ты задрался своей, блин, вот эта плоскоземельщица, блин, отвали. О, давай, вдвоем его. Ну, газуй. Ого, у него мощнее, чем Хаммер, да что это за бред? Слышь, ты хорошую тачку взял. Ну, давай будем кружиться. Блин, аккуратно. Смотрите, они все падают. Так, я поеду на другую сторону. Вот иди, щенок. Нет. Да подожди, стой! Что ты делаешь? Господи, блин, ну не надо! Ну блин, а... Блин, это жесть просто. Так, ОЛТВ остался. И кто это у нас? Госдума, ну? Мы верим в тебя. Все равно здесь очень опасно выживать. Даже с немалейшее не то нажатие кнопки, вы просто падаете вниз. Смотри, как щенка скинул! Госдума, молодчик! Ты просто молодец, я тебя не уважаю, я тебя уважаю. Так, хорошо. Я тогда сейчас, блин, а какую же машину взять? Давайте любые можно брать, грузовые, любые, кроме военной техники. 3, 2, 1, погнали. Слышь, ты нет, да здесь, да отвали ты, блин, комбайнер ты вонючий, я тебя сейчас скину. Полицейская машина тоже резвая, насколько. Да ты задрал, смотри, он сейчас всех скинет. Нет, я вырвусь. Я не хочу с комбайнером этим иметь дело, с этим экскаваторщиком. Давайте мы его туда скинем. Ладно, не получилось.
Так, Госдума, я вижу твое корыто. Вы, короче, там ездите, а я перееду сюда на всякий... Что ж я сделал? В дерьмище упал. Ну ладно, ладно. Я специально подался. Так, интересно же понаблюдать, как они все будут падать вниз, а я буду ржать. Ушел! Отличненько. Так. Уфил Шмерц. Еще один ушел. В гамно просто улетел. Так, три... Еще Госдума, ну ты был... ОЛТВ, ну ОЛТВ, нет, ну подожди, может еще экскаваторчик упадет и как-то ты выживешь. Надо аккуратно проехать. Давай, мы в тебя верим, ты сможешь. Уроки Димы вождения были не пропиты. Это да, это хорошо. Он, короче, решил... А че ты решил сам спрыгнуть? 3, 2, 1. Взял я пожарную машину. Это моща у меня, понимаете, ее даже с места никто не сдвинет. Стоп, я покуп... Разве что я сам ее скину. Я бы с Дим с тобой побарюсь потом. Ну нет, ну пожалуйста, ну почему я... Все, я никогда в жизни не буду брать большие машины. Они вот голимые это. Просто. Так, смотрим. Опа, улетел вниз. Здесь тоже... Ого. Ну, 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 красиво висит, смотрите. Говно или жизнь? Ладно, говно. Так, здесь тоже повисло. Давайте. Ух ты, вот это ты его таранул. Смотри, еще... Что? Он не упал? Да. А я живу. Ладно, нет. Ты упал. Нет. Красиво ты буркнулся. Так, смотри. А что у тебя с головой? У тебя все нормально? Что с головой? Правильно, Фуфил Шмерц, стой тут. Пусть они между собой. Да смотри, этот грузовик какой-то очень читерский. Госдума, ты нормально себя чувствуешь? Все пойдет? Да. А ну то понятно, кто уже. Сдался без боя. Ну ты молодец. Блин, это очень быстрые раунды. И мне это нравится. Очень насыщенно получается и круто. 3, 2, 1. Раунд пошел. Смотрите, я настолько картонный, даже с места не... ЛТВ, ты вообще, ну, все нормально? Не очень. Я очень такая тяжелая машина, меня даже с места никто сдвинуть не может. Скидывайте у этого белого, давай. Я тебя обманул, я тебя тоже скинул. Стоп, 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 стоп. Отлично. Пожалуйста, не скидывайте меня. Пожалуйста, нет. Не надо, не надо, не надо. Его. Нет, я повисю вот здесь. Вот это ты красиво улетел. Блин, нет. Я когда жму газ, я только порчу все. Еще один. Госдума, Госдума. Ну ладно, скидывай меня, давай. Я тебе не разрешаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Как здесь воняет. И... 3, 2, 1. Погнали. Слышь, ты уже прицелился, чтобы мне скидывать? Госдума, ты понимаешь, я с того раза... Ах, так что ж такое? Пожалуйста, покажи машину! Ну нет! Ну блин, ну все, теперь я точно не буду брать грузовые машины. Они только какие-то ущербные. Так, а тут... А, вот, говночист тут, привет. Я с тобой посижу. Ну-ка, постоим. Ну-ка. Ну постоим, а что делать? Никто ж не хочет скидываться. Давай, смотри! Этот джип даже эту машину смог скинуть. Вот это он красиво булькнулся. Госдума просто псих. Я так понимаю, что ты в этом ролике победишь. Есть такая чуечка. Блин, я тоже хочу такой джип взять. Смотри, как он щенковых всех сбрасывает. Сейчас останется, я понимаю, что грузовая машина говновозка и Госдума. Нет, нет. А вот, скидывай его. Шел ты, крыса, иди нафиг отсюда. А че ты злишься? Пошел ты нафиг. Это жизнь. Зачем вы ругаетесь? Дайте я буду орать. А все, ты его не скинешь, он застрял. Проиграет тот, кто не сможет двигаться. Он двигаться не может? Не может, нет. Все, Госдума, ну ты не смог выиграть. Да. 3, 2, 1, поехали. Погнали. Если я сейчас опять первого упаду, я буду просто орать. Да ну я опять первый! Да ну нет, ну пожалуйста, что за... Так это нечестно. А, еще один сразу свалился. Так, вот у нас кто... А, гусанек на говне. Красавчик, молодец. Правильно, стой там, смотри, как они друг друга скидывают. Сейчас сразу двое улетят, смотри. Я думал, он двоих скинет, это было бы очень читерски. А вот и все, попался Госдума. А нет, все, на белом фургоне за... Не понял, а, у него задний привод был. Поэтому он смог выехать. Давай, давай, я в тебя верю, ты сможешь. Кусунек, мне кажется, ты можешь просто разогнаться и всяких троих как кегли раскидать.
я свою ошибку в прошлом раунде понял. Нет, я буду просто стоять на месте. Нет. Все. Ну все, нафиг. Все, смотри, опять. Твоя машина не очень удачна для этого мостика. Тебе не надо категорически сюда ехать. Ну я знаю. А, ну все. Так. Уфил Шмерц и Гусанёк тоже из вас будет лучшим игроком в этой серии. Он даже, смотри, ты можешь просто его шатать, ты его скинуть не сможешь. Блин, нет, я теперь думаю, как встать так, чтобы не улететь назад. Я помню. Ну, он тебя сдвинуть не может, у тебя по-любому мощнее движок, и ты реально мощнее. Так у меня управляемость не так, как у него. Ну да, это я согласен. Тебе надо просто вот подловить. Так, хорош, хорош. Давай, Гусанёк, тащи. Ну, надо пробовать. Даже если ты упадешь, но ты будешь не первым, то ты будешь победителем. Блин, сложно с ним. Сложно, да. Да с тобой сложно. Чего? Да я не могу его никак подбить, а у меня... Ты сможешь, мы в тебя верим, давай. Я могу его попробовать. Вы заметили, что вы просто назад вперед ездите? Ну, как бы... Да. О, есть! Гусанёк, молодец! Да. Победитель! Да, всё. Это был полный рандом. Нет, это, кстати, и было, всё, наверное, умение Гусанька красиво играть. 3, 2, 1, погнали. Отлично. Давай, пусть борются. Один ушел, пацаны. Так как он выезжает так лю... Опять ты, Дима, Не-не-не-не, дружище, это уже так не сработает. Не хочется. О, первый ЛТВС. А я сказал, что ты будешь мне наезжать на меня. Ну, давай, 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 помогай, помогай. Все, упал. Иди его скиду на оранжевой машине, ты все равно моща. Ладно, давай я его скину, я несу. Все, туда быстро все. Тихо! Гуздума, ты нормальный вообще? Отвали от меня! Так, Дима, все, ты не сможешь выехать. Я ладно, защищай меня. Да отвали, ну, Гуздума! Ну, блин, ну хорошо, хоть не первый. Я помог, чем смог. О, смотрите, когда я в говно залетаю, у меня жизнь тратится. Все, Гуздума! Туда его, все. Теперь сейчас Угабуга меня будет подстёбывать. А я не буду, а давай ты ко мне подъедешь. Нет. Тихонечко, тихонечко. Давай, 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 давай. Ехай. Пойдет. А как ты проедешь, Гусанёк, сюда? Ты же не проедешь тут. Не, он может только с разгону проехать, если прям посередине пропустит мост. Не, у него колеса. Не, у меня застрянут колеса. А, да, если сравнить ширину моста и твоих колес. Ну тогда проезжай ты к нему, не сын. Делай так, что может ты его как-то обманешь. Давай, проезжай. Давай, что ты маленький, давай ко мне. Честно, как. Вот это ты здоровый по сравнению с другими игроками. Всё. Давай, нюхай, нюхай ему пузо, давай. Поехали. Хорош. Во-во-во! Чего? Поехали. Чего? Да он это делал, потому что я двигался, сейчас я не двигаюсь. Так. Так, и как это у нас получается? Ну, если я двигаться буду, он меня скинет, но я не хочу двигаться. Точно, смотри, уверен? Что? Смотри, что делается. Крутись, Санёк. А, он тебя двигает! А нет. Не двигай. Нет, я могу просто вот так вот. Давай, давай карусель, давай карусель. Ну ты сейчас упадешь! Не упаду. Не, он не упадет, он аккуратно ездит. А если я вам гравитацию поменяю? Выйди с меня. А ну, Дим, давай я сделаю этот. Давай я сделаю нереальное. Попробую переехать туда. О, давай! А где моя гравитация? Что с моей машиной? Я еще ничего не менял. А что у меня? Она не двигается. Гусанёк, ты выиграл! Не ест! Стой, не он вы! Ты вы! Я был прав, что ты проедешь? А у меня машина. Стоп! А что мне делать? У тебя бензин кончился. Гусанёк, ты победил! Ура! Да! Получается, Гусанёк, сколько раз ты выиграл? 2. Не, Гусдума 3 раза выиграл. Ну тогда, Гусдума, ты победитель, ты красавчик. Гусанёк, мы тебя хотим поздравить с этой победой. Лети в небо. А я уже на тот момент вылез из машины. А, да? Ну ладно. Да. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Мега взрыв! Бубах. Все сдохли. Всем пока. Всем пока.